Всем привет! Вы на канале Звездный Социум. В этом видео новые подробности об отношениях Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой. Итак, к новости. Роман между актрисой Елизаветой Арзамасовой и фигуристом Ильей Авербухом продолжает набирать обороты. По имеющейся информации в СМИ, тренер решил заняться строительством загородного дома. На такой шаг, по словам близких, его подтолкнула избранница. Ее не устраивала квартира, в которой проживал Авербух. Этот шаг – лишний повод не сомневаться в серьезных чувствах к Лизе. Более оптимистичные прогнозы говорят о том, что это свадебный подарок актрисе к скорому торжеству. Обеспокоена данным событием в первую очередь бывшая жена Ильи Ирина Лобачева. Она подозревает Арзамасову в меркантильности и просит, чтобы спортсмен не переписывал свое имущество на новую пассию. Оно и понятно, ведь от этого может пострадать их общий ребенок, сын Мартин. Такая позиция выглядит шаткой, потому как Лиза Арзамасова никогда не была замечена в громких скандалах и ни разу не давала повода говорить о себе плохо. Напомню, что она уже успела очаровать отца Ильи Авербуха новостью о том, что занимается благотворительностью. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.